В течение многих лет Бален Сас голосовал за премьер-министра Виктора Орбана и правящую партию. Однако теперь этот мужчина, отец четверых детей, как и многие другие венгры, протестует против правительства. Орбан интересуется Венгрией только для того, чтобы достичь своих внешнеполитических целей – войны, миграции. Петр Мадьяр заботится о внутренней политике, не только о внешнеполитических вопросах, но и о повседневных проблемах людей, о том, как их решить. Для многих венгров Петр Мадьяр, адвокат и бизнесмен, был известен только как бывший муж экс-министра юстиции Юдит Варги, которой пришлось уйти в отставку после скандала с помилованием педофилов. Этот скандал привел к отставке бывшего президента Венгрии и бывшей жены Мадьяра с поста депутата и лидера списка правящей партии Венгрии в Европарламенте. С тех пор Мадьяр открыто обвиняет систему, частью которой он был, в коррупции и называет премьер-министра Орбана главой мафиозного государства. Мадьяру удается привлечь внимание венгров к политике. Впервые за более чем десятилетие премьер-министр Орбан, возможно, столкнулся с серьезным вызовом. Проблема Мадьяра в том, что в отличие от столицы, Будапешта, где правят либералы, он не очень хорошо известен в других частях страны, особенно на востоке, в сельской местности, которая считается оплотом правящей партии Орбана Фидес. Я его не знаю, никого не напоминает. Как вы думаете, какая у него профессия? Не уверена. Певец, звезда, ведущий, артист? Да, я его знаю. Петр Мадьяр. Он мне не нравится ни как человек, ни как политик. В этой деревне большинство жителей голосуют за Фидес с тех пор, как Орбан правит Венгрией с 2010 года. Бален Сас только что прибыл на акцию протеста. Петр Мадьяр приведет в действие то, что начал. Он создает центристскую силу, не левую, не правую, и будет двигать страну. Около 20 тысяч человек вышли на улицу с протестом. Если Петр Мадьяр хочет быть сильным соперником, он должен завоевать сердца и умы сельских венгров. Он хочет объехать как можно больше районов страны в преддверии европейских выборов и муниципальных выборов в Венгрии, чтобы, по его словам, убедить людей, что страна заслуживает лучшего, чем премьер-министр Орбан. Мадьяра спрашивают, может ли текущее правительство столкнуться с досрочными выборами. Я не могу решать этот вопрос. Это зависит от результатов 9 июня и от того, какие последствия будут для Фидес. Я бы сделал это на их месте, но, к счастью, я не они. По словам Петера Мадьяра, его мечта – сильная и современная Венгрия в Европейском Союзе.